поздравляем национальное телевидение с трехлетием. Это возраст, наверное, очень маленький, но для Чувашской республики это очень большое событие, потому что мы узнаем актуальные темы, которые обсуждаются в республике, в городе Чебоксары, именно из уст национального телевидения. И что больше всего нравится всем нам, имеется национальный язык, чувашский язык, который именно при помощи национального телевидения никогда не забудется, будет всегда произноситься чувашская речь, и наш язык, наша родина будет жить.